В Госдуму внесен проект поправок в федеральный закон о страховых взносах, направленный на смягчение негативных последствий для индивидуальных предпринимателей от повышения фиксированных страховых взносов. По словам одного из инициаторов законопроекта, в случае принятия инициативы размер фиксированного страхового взноса будет исчисляться, исходя из величины полученного дохода. Например, если индивидуальный предприниматель имеет годовой доход до 300 тысяч рублей, для него будет сохранена ставка, исчисляемая, исходя из одного МРОТ. То есть он уплатит годовой страховой взнос в размере 19 425 рублей. Если годовой доход индивидуального предпринимателя превышает 300 тысяч рублей, он уплатит ту же ставку плюс 1% от разницы между доходом, фактически полученным, и 300-тысячной суммой.